Работа на железной дороге – мечта детства, делится машинист электропоезда Виталий Баряев. Начинал карьеру он с дублера машиниста и уже 21 год управляет поездом. Профессия – его гордость и призвание, и до сих пор она сохраняет для него некую романтику. Работа очень интересная, даже, я бы сказал, романтичная. Ну, разные места, разные люди. Ну, романтика, рассвет, закат. Пенза, Рузаевка, Абдулино, Чапаевск, Новокуйбышев, Жигулевское море. Лучших сотрудников, проработавших не одно десятилетие, награждает губернатор Николай Меркушкин. Куйбышевская железная дорога объединяет 7 областей и 3 республики. Ее общая протяженность более 11 тысяч километров. И значение действительно стратегическое. Только за полгода из Самарского региона отправили более 10 миллионов тонн грузов. Едут товарные поезда и на Дальний Восток, и в соседние страны. Каждые сутки с вокзала в Куйбышевской железной дороге отправляются в путь больше 100 тысяч пассажиров. У железнодорожника всегда был очень и очень боевой, целеустремленный дух, настрой. И на железной дороге равнялись многие отрасли народного хозяйства. Дороги сегодня играют огромную роль в жизни нашей страны. Дорога Куйбышевская на 14% увеличила перевозки, погрузку мы увеличили. Внедряют железнодорожники и новые проекты. Дневные экспрессы в соседние регионы, проект для школьников, вагон знаний. Модернизируют вокзалы и платформы, закупают новые поезда. Идет активное сотрудничество с властями Самары по созданию транспортно-пересадочных узлов и развитию проекта городской электрички. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.